Меня, вы уже поняли, интересует принципиально один вопрос. Факты, примеры, когда войска Закавказского округа вдруг нарушили свой нейтралитет и заняли чью-то сторону. Китование не военнослужащие вооруженных сил. Знаете, как было? Мы сейчас грузинскую телевидению вообще не смотрим, попросили снять этот канал. До этого грузинское телевидение передавало все время в сторону этих фронтов. Он выступал. Мы сейчас будем действовать против сторон
начальнику Гонтакурдия и помощи Гонтакурского военного округа. Это заявление Китавани, но это не заявление... А мы что должен народ думать? Что мы должны думать тогда? Если он это сказал, значит он официальный уже военный совет называется, да? Он официальное лицо. Раз он официальное лицо, народ думает, что помогает русским. Я не хочу вступать в дискуссию, это не моя задача. Но тем не менее, за дружество независимых государств и вооруженные силы, находящиеся там, поддерживают нейтралитет. А он должен поддерживать, я согласна, что нейтралитет. А вы знаете, что мы хотим знать, что грузинский народ им очень симпатичен. У меня очень много друзей среди грузин. Русский народ, русские должны нам помочь. Надо. Вот мы сюда приехали сейчас. Это республика. Мы приехали сюда и надеемся на вашу поддержку. Вы можете официально сказать, зачем они приехали, ведь мы сейчас не компетенции не имеем. Но вот собрашки и башкирские объективно должны поддерживать. Исторически наши народы связаны. Через вас мы должны добиваться правды. Не поддержали. Вот это что сделано, народ все знает. Так, Севернадзе вы тоже поддерживаете. Севернадзе, почему это нам сделать? Почему он убил свой народ, свою нацию? Убил его, Но мы... Спасибо за интервью. Ценная информация, пожалуйста, послушайте. Несколько, даже может, неделю, может, полтора тому назад, была такая информация по центральному телевидению, что грузинское, значит, вот это так называемое новое правительство сняло статус оккупанта от советской армии и просила их содействия в своих вот этих военных делах. И даже такая мысль прозвучала от диктора, комментарий, что теперь, мол, Гамсахурдия будет трудно с этим расправиться. Это можно прокрутить, послушать вот эти вот прокрутить, все, чтобы рассказано, и там это возможно не ответить эту мысль. Спасибо, я еще хотела очень свое мнение все-таки сказать о том, что мы считаем, если народ считает, что Я не знаю, что это такое.
рекомендуется совет, как он записан, совет оппозиции. Совет оппозиции али иве рацаре сакатурши. Это не париса, но он не париса. Вот сакатурши, агац катабилия, агац ами. Комитет сакатурши консульцули Русули Сабинис фондеки. Мы не сахали чатарда Мосарбистини, Квирас чатарда. Бегеди, а по цели мы с Мобигеди Гигатовым саму цигацию, по цаву и начала на цис. Сахтан, Гардзелесон, потом и два. Возьми Песахи Абзану Бодобеса, а это будет Кайгу Туарес. Печально. Сейчас, очень проще, я задумал комедию. Ай сари, рад в тебе сатис помощи. Когда мы са, идо сари дресо гоцик на агеболи, чуни. Меомры бисмир, биде були меомры бисмир, тава миси сахле. Сари, чума сатис тому, Никола Бинсар Залян Зверь, цинам дебова его. Дома хоцелит, пикетис, сефаттурус, тама его басам. Тама, чеде рукода, он зовут, чуни, чеда, кетова, но да, патрис бисмир, пикос, думал в тело. Когда Ама несло, что-то она себе шерги, если мы вам не видит, кому эти весело, сайто. Сайто, сапиван и габиста, и карамо здоровье, а за два грамма у вас. Сарис, самочарло сайто. Ам самочарло стало вазе, анкомер за нерезный кубин, вам за бепсти пикец, кусет из пала без сапницин, бельдом за запнете в сапницин, сегнула шаба цапа. Пау, да, вас хамас самого караться даба, да, можно говорить, да, могу, наверное, это потрясающе, не могу все, а зато фирма. То есть сайт попит эти гейфирма, ты на карте, да? О, да, понял, фирма записана у меня, это 12 вопрос, а я не знаю, как я писал, если. Эти, по-другому, я еще не знаю, как я все называю, и кто знает, из фонотерика на полцела и оппозиция. Чем перекептика? Оппозиция никогда не могла не были мыслить. Поэтому, чем империи, цален зверия, цален зверия, цален дивизиала. Да ладно, мы едва бабицем, а я тут сначала за не вас. Эс, Рахману, да, хвала мой пана Кигелма, хвала мой пана Амбинобитки. Бедуребом, нас, Федна Дабрианда, Адрам, Бичитра, мы сюда рус, ну, али в пыльной программе, чьи это арвистно, гагинят, как гагинят. Мы арам арвистно, как гагинят, мы сайту азры, сайту программа ту, если стихи урат, как я Мики Билан, вот чьи эту тему напомнят. Мики Нишемдек, я расстал кричеву, да, где вот я пикнул, чем мы тут, чем мы видим, да, чем нет, ак пикнул, Рага выгетерина. Тут гартера не ставит то, если гимн. Еще не все будет. Гегма, рага, которая, да. Да, да, шем змея, ра, мокцес, ама. Ты не ребакия, и твоя натиска, да, 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 да,
Гайшан. Гайшан, это ведь баган по легенде, это чудо. Это кочкан курсов. Хазбулат был в восторге от хунты. Аец плакат. Кого? Ромели? Ай, боло, их. Гайшарит.
И поэтому какой бы он у нас не был, какие бы у него не были ваши, мы нашего президента, в любом случае, вот так вот, с силой, что сказать еще одно. Сахницко, театр Алибас, Ромельсат, Шейзлива, Эцодос, Мемарджуэне, консервативный, театр Алибас. Ам, Мемарджуэне, консервативный, авантюристы, ик, чдома, залис позиции на Гаундине. Та ара, халхис небна Гаундине. Не фикроп, ром, историяши, асет прецедентс, ауксанки. Абсолютно. Есть прецеденты, а сетью холтвис его рон. Машин рецепт торговляли с Эрташорису, Самартлис, Каноними. Торговляли с Республикой Конституции, Радом Думс, а есть президентами. Ахлад Арчеулинда, Ахлад Камокопили, Ровитвян. Там уки дебат, маграм мегобру вообще сули, а есть сахарный президент. Цари лепец. Там цари мравали стат Московис Централу газетепши. Арца арсат аргамоквис. Беор газетши уке ацкобили цихо. Чем дамусла, маграм Клавац Шьячевс. Думилит, матсут, эсту, арсут, ара канонирибис, харизи, талмодир. Ай, Андреевши, асетвим сгавси, гагац. Маши Родесац, гаэтис президентис, аристидис, цинамдеги, ико, макка, тель, оля сахранцепевис, президентеви, дрес, итховен, мэми вартав, сакартвелос, ола халхевс. Мисатвис, ром. Олапери, Ботриалдес, Цесеробис, Нивартулебис, Сачирварис, Дабрундес, президенты, канонири, халхис мирачул президенты, да Гамоцхаде Сахалхо референдум. Да? Люди, поймите, что это может быть и с каждым, это может быть и в России, это может быть и на Украине. Значит, действительно, оппозиция борется словом. А не оружие. Вот в таком плане. Значит, да, вы сразу говорите. Физических наук, профессор Грузинского института субтропического хозяйства. Наверное, все интересуют, почему наша делегация из Грузии приехала сюда и почему стоят наши люди здесь. То, что происходит сейчас в Грузии, никак не назовешь демократическими переменами, как некоторые хотят преподносить это всему мировому сообществу. Это военный переворот, вооруженная банда, при поддержке определенных лиц, вооруженных сил, дислоцированных на территории Грузии, совершили это, я бы сказал, брату бесстойную, значит, комплекцию совершили и свергнули законное правительство. Россия, мы всегда считали другом Грузии. Мы знаем позиции некоторых деятелей,
Верховного Совета России, особенно Руслана Хасбулатова, который поддерживает сегодня, лучше в Грузии, а мы спрашиваем, а завтра, кого он будет поддерживать. Мы считаем, что если Россия, президент России примет соответствующие меры, будет отвоевана демократия в Грузии, и в дальнейшем я считаю, что Грузия будет иметь нормальные отношения с Москвой, с Россией и всеми членами СНГ. Все, спасибо. Русской интеллигенции поддержали, чтобы они поддерживали нас, поддерживали демократических сил, поняли наконец, что происходит вокруг нас. Не дай Бог, то, что происходит сейчас в Грузии, пришла на земли Рус. Да, кого еще? Из Единая Грузия. Я объявил сухую голодовку за то, что неправильная информация. Мы хотим, что с народом, избравшего законного президента, мы не хотим, который таких пучистов, который проспект Великого, что там уставили, разрушили красавицу дому. Мы, народ, 90% вся Грузия стоит за звездом Сахурдия. Мы будем отстоять, я объявил сухую голодовку, пусть умрут за законного президента нашего. Пусть вся мир знает, вся власть знает, пусть прошу организацию общественного миру, чтобы все знали. Все стоим из-за звездок Амсахурдия. Да здравствует наш народ, наш звездок Амсахурдия, наш президент народом выбравший. Соловьева Светлана, почему вы сегодня здесь, даже там? Пожалуйста, повторите. Ну, наверное, потому что я сама русская, у меня родители в Грузии живут, я учусь здесь. И дело в том, что центральное телевидение России правду умалчивает. Правду о Грузии мы не знаем, вот в чем дело. И отсюда недоразумение, отсюда паника. Вот теперь мы узнали, что в Грузии сейчас хунта, и мы хотим, требуем даже от президента России Ельцина, чтобы он дал объективную оценку происходящему в Грузии. Вот это вот наше требование, и прекратить хунту, конечно, в Грузии. Вы считаете, что если народ ошибся в своем президенте, он должен сам его и переизбрать? Да, я уверена в этом. И действительно, если хунта, простите, значит, если оппозиция борется за власть уже не словом, а оружием, то это действительно уже хунта, да? Да, вы так да. считаете, да? Спасибо большое. Я очень часто бываю в Грузии, у меня много там грузей, и поэтому, естественно, вот боль грузинского народа, она и наша боль тоже. Вот, вы знаете, я ни разу за все время, что была в Грузии, я не слышала ни одного плохого слова от грузин о их президенте. Вот. И потом, вы посмотрите, кто стоит здесь. В основном ведь женщины. Женщины стоят. Разве когда-нибудь, в какие-нибудь века, женщины стояли за зло? Уже это говорит обо всем. Вот. Женщины, если не политическим чутьем, то женской интуицией, женским сердцем, они всегда чувствуют, кто прав. Вот. Поэтому я тоже присоединяюсь вот к девушке, которая выступала сейчас. Вот. И считаю, что мы, русские, мы должны поддержать вот законный порядок, мы должны поддержать грузин. Ибо и завтра может с вами такое же случиться. Конечно, конечно. Такое может случиться. Конечно. Спасибо большое. Елена Владимировна, москвичка, всю жизнь прожила в Москве, но пришла сюда, потому что не могу терпеть той несправедливости, лжи, которая сейчас у нас существует. В Грузии совершен военный переворот. К власти пришла хунта. Удалось ей взять власть в свои руки, потому что в Гамсахурде был предан вооруженными формированиями, национальными гвардейцами. То, чего не произошло у нас. Когда у нас в России была беда, то весь народ пришел сюда. Армия встала на сторону законно избранного президента. А то, что происходит сейчас в Грузии, это самый настоящий путч. Это самый настоящий военный переворот. Но самое страшное еще то, что нам всем навешали на уши лапшу. Вот эта ложь, вот эта блокада информационная, которая у нас есть, нам или лгут, или говорят, или молчат. Молчание это то же самое. Мы, в основном, большинство людей не верят тому, что нам говорят. Но многие очень, правда, и оболванят.
Но вы знаете, достаточно посмотреть, по-моему, на лицо Гамсахурдия, знать, что такой его отец, у такого человека не мог родиться плохой сын. Даже одно лицо, его глаза говорят, что это прекрасный человек. И вот то, в чем нас хотят убедить, в это совершенно невозможно поверить. Я знаю немного грузинский народ. У меня была такая жизненная полоса, я сталкивалась близко с этим народом. Я знаю, что в своем любивый и, естественно, этот народ всегда будет защищать свою свободу, будет защищать свою жизнь, которую ему обещал Гамсахурдия, а не хунта. И они никогда не победят. И я хочу пожелать грузинскому народу, чтобы он никогда не изменял праведному делу, чтобы он верил своему президенту, чтобы он шел за ним, чтобы он сопротивлялся, вынес все муки, и в конце концов он должен победить. Да здравствует свободная Грузия, и да здравствует законно избранный президент. Еще я хочу добавить, что надо ликвидировать вот эту блокаду, что Запад, вот блокад, с которым я стою, он должен Запад, все это должны разрушить вот эту блокаду информационную, должны сказать правду. А на самом деле что происходит? Нам же лгут, нам газеты лгут каждый день. Телевидение тоже лгут, радио тоже говорит неправду. Вот, пусть нам скажут правду, пусть все москвичи, все россияне, все СНГ, пусть весь мир узнает ту правду, которую нам не говорят. Мы требуем, чтобы нам сказали правду. Спасибо. И правда должна победить, справедливость. Спасибо. И правда. Спасибо. Еще раз, да здравствует свободная Грузия. Спасибо. Да, всем сотрудникам Вестям, что это была одна из лучших передач, что мы, москвичи, ждали эту передачу, как никакую другую. Если были где-то далеко, мы все бросали свои дела и ждали, ехали к назначенному часу, чтобы прослушать эту передачу. Но, к сожалению, сейчас картина изменилась. Вот все наши любимые, и Ростов, и Гурнов, и Киселев, и Кисен, да, все вот эти вот ведущие, значит, всегда нам несли слово правды, так как ни одна из передач. И вдруг изменилось очень многое. Они стали что-то замалчивать, что-то не так информировать, немножко приукрашивать. Значит, и мы минутку с сотрудником Вестей просим. Друзья, вы должны служить народу, а не властям. Не забывайте, это ваше святое дело. Просим, несите всегда нам правду, правду и только правду, истину и только истину. Все, спасибо. В нашей семье только было моральное горе. Страшная трагедия случилась в Грузии. Но оказывается, мою семью ждала и физическая боль, физическое горе. Уезжая в Москву, я не знала о том, что жертвой хунты стал мой племянник Коба Кинчадзе, чемпион Грузии по классической борьбе, 25-летний юноша. Об этом я узнала только сегодня. Сегодня утром я обращаюсь и прошу всех, люди, скажите правду о Грузии. Гибнут дети. Это не имеет значения, кто они, позиция или оппозиция. Гибнут дети, гибнут от рук этих бандитов. Страшные хунты, которые ежедневно, ежечасно льет кровь. Люди, опомнитесь, опомнитесь, пока не поздно. Не видите того, что вижу я. Я защищаю наш законного президента, господин Звят Гамсахурдия. Все, спасибо. Вау, очень гонорно. Что? Нет, виноват, вау. 9 апреля я была в Тбилиси.
люди, коммунисты говорили, что трагедия 9 апреля, это виноваты Гамсахурдия. Нет. Я защищаю мой закон, не президент Света Гамсахурдия. Да здравствует закон президента Света Гамсахурдия. Спасибо. Дают, снабжают всякими техниками, транспортерами, танками, пушками, гаубицами, ракетами, воздух, воздух, муха и так прочее, и так далее. Вот при поддержке этой техники, вот эта вооруженная банда взяла вверх в данное время. Народ Грузии, его население, 95% требует восстановления законного правительства, вернуть законное правительство и президента Грузии в исходное положение, созвать Верховный Совет и самому ему решать дальнейший ход событий в Грузии. Сейчас, как было объявлено раньше, уважаемым президентом России Борисом Ельциным, Россия является правоприемницей СССР и со своими вооруженными силами. Вот мы требуем, чтобы президент России поддерживал президента Грузии. Если Москва, допустим, хочет в дальнейшем иметь какие-то, в каком-то мере, нормальные отношения с Грузией, надо отвоевать общими усилиями. У вас ультиматум или же ультиматум у нас почему, не может. Минуточку. Почему это ультиматум? Ведь народ так ставит вопрос. Если хотим иметь это нормальные отношения народ. С Грузией, сейчас приводят такие, если значит, полные. Среди других народов, проживающих на территории бывшей СССР, никогда не появлялись те, значит, понимаете, стремления кого-то выгонять, кому-то притеснять, так прочее и так далее. Мы имеем очень большие дружеские узы с русским народом, и думается, русский народ, русская интеллигенция поддержит в этот трагический час грузинского народа. Правительство. И правительство. О единстве народов. Не то, что не вовремя, это всегда нужно вспоминать, но иногда, к сожалению, забываем об этом. Иногда бывает и поздно, к сожалению. Я сейчас выскажу свою точку зрения. Извините, как ваше фамилия? Медведев Анатолий Николаевич, я член комитета по средствам массовой информации. Такой мне просто интересно было, значит, понять, что здесь происходит. Медведев Анатолий Николаевич, да. Мы поздно действительно вспоминаем обо всем. Там, о единстве народов и так далее. Моя точка зрения такая, что, к сожалению, сегодня руководители республик разъединили народы. Понимаете, руководители, не народы разнились, а руководители, включая и нашего Бориса Николаевича, и Ельцина. Начал Горбачев, естественно, своей политикой, такой партийной политикой, да. Но, к сожалению, ума не хватило у народа. Все. И не знаю, чего больше ума, там, недостаток ума, или же, наоборот, избыток претензий у руководителей республик привели к тому, что вот они действительно разделили народа. Я не знаю, мне, может, дальше Грузия, меня извините, я все-таки славянин, русский, для меня вот проблема сейчас вот с Украиной, для меня вот наши народы всегда жили, говорится, вместе, и вдруг вот то, что сейчас делается, я называю это не иначе, как преступным разделением народа. Вот. И, к сожалению, вот сейчас все больше и больше на первый план выступает тезис революционной целесообразности. К сожалению, это звучало в России, это звучит в Украине, это звучало и звучит, к сожалению, и в Грузии. Понимаете, революционная целесообразность. И этим грешил, и как уважаемый ваш Свят Гамсахурдия, очевидно, так же грешат, как и вот те люди, которые сейчас вот объявили правительством и так далее. Ну, мне, вот извините, я сейчас пытаюсь просто понять ситуацию. Для меня ситуация на самом деле тупиковая. То есть, с одной стороны, пошли на нарушение элементарных прав человека, да. Включая, извините, ваше изначальное, вашего президента, президент пошел, и пошли на такое же нарушение, может быть, даже больше, не знаю, как это квалифицировать. Христиане картуленовани, чита гурито цадебули, дрес, ревандельгаши, сакартелос. Аутоинспекции с гангебели. Картулка, сисвит, хел дасовили. Юрнева, бит. А ты тогда кишок? 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 А ты т
Да, ты хаос, и мы хаос. Мнение просто. Что мы осуждаем вообще? По-моему, мы строим демократическое государство, где должно все решаться парламентским путем. Да. Путем переговоров, путем каких-то мирных переговоров. Когда бьется кровь, это вообще беззаконие. Это естественно. И что мы можем сказать? Русские тоже против беззакония, против того, чтобы прибегать к таким мерам, убивать людей. Кому же понравится? Это естественно. Но, к сожалению, мы не обладаем полной информацией. Вот полная информация у нас, то, что, значит, вооруженная банда уже находится у власти, и Шеварднадзе на весь мир трубит об этом, как будто вот-вот сейчас, значит, идет в Грузии, значит, демократические перемены. Это ложь, это обман. Он обманывает и своего народа, и вы смотрите на это. Знаете, я всегда вообще-то с симпатией относилась к Шеварднадзе. Симпатии, да? Вне зависимости от того, к какому народу он принадлежит. Просто он умный человек, он талантливый политик, он уважаем во всем мире. Мне очень странно вообще, что я не знаю, я не могу что сказать, поддерживает кровавую хунту. Он поддерживает меня, это очень странно. А он официально поддерживает военную хунту. И сказать, что вот-вот, если меня народ горд попросит, я вкручусь теперь. Он же и у вас всегда был на высоте. Не всегда. Никогда. Нет, дорогая моя милая. Hayır, şimdi.
Это нас много. Вот реки сушатся. Вот так еще. Вы не думаете, что он будет так? Ты с места не едешь? Никаком мере нельзя не отказывать. Если он будет диктатором, тогда он давно убрал этих бандитов. Он гуманный. Всегда говорит и говорит. Не стрелять этих вооруженных банд, которые 22 декабря уже пытались штурмом взять дом правительства. Он является президентом России и остается президентом России. Весь народ, 95% населения, подтверждает. Мы сегодня только что звонили до России. 200 000 человек собрался у особняка дома, где находится глава этих бандитов Сирии, так называемый премьер. Грузинского института зоотропического хозяйства. Наш народ, грузинский народ, возмущен до крайности. Чем? Тем, что вооруженная банда при поддержке военных дислоцированных на территории Грузии пришли к власти и свергнули законное правительство и избранным народом президента Ленина. Мы приехали сюда, мы всегда ждали и ждем от русского народа, от истинного русского народа, они за демократию. И если в Грузии будет крови подавлена демократия, и у вас тоже будет подавлена крови. Кровь народу, кровь будет подавлена и у вас тоже демократия. Так что, если русский народ не поддержит, и грузинского народа, и другого... Вы разберете, хоть мне тут стоит два часа. Потому... До крайности. И только теми событиями, которые происходят сейчас в Грузии, но и тем, что эти события не получили объективную оценку, а Шеварднадзе на весь мир трубит, как будто в Грузии происходят демократические перемены. На самом деле, вооруженная банда во главе Сигуа, Китовани, Йосельяни и других пришла к власти и льется кровь невинных людей. Люди, которые организовали, финансировали и подготовили военный переворот, эти те люди, которые за последние 10-15 лет управляли республикой, и данное время с приходом у власти демократических сил потеряли сферу влияния и политическую опору как внутри страны, так и за ее пределами. Мы пришли сюда, у особняка Шеварднадзе, намерением, чтобы он услышал голос грузинского народа и прекратит поддержку военной хунты. В Грузии в данное время объявлено всенародное неповиновение путчиста. Слава Богу, народ знает, что происходит вокруг него и может оценить происходящего. Мы требуем и просим от русского народа, от интеллигенции России подняли свой голос и сообща отвоевали демократию в Грузии. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Оно, ну, здесь уарик усаравитали эксцессия, халки, нас там... Ну, просто на мере рапода сдали на бараке, да, сабик, цифрна, да, нам на косы, что мы на бараке. Колатис на хворде шиарше, да, эти халхи, винс ертманатис мосмена шеулия. Ну, ат сагали ар моведи, шагали ар моведи. Эсе гавагето, да, да шеохтед да 4-ით, ани сакмели да, эсе. Ай че халхи моведи, ну. Хорошо. Ту ат сагали ар моведит, машин ар мовас. Азат ар вицит, эхна, че. Мебо сайла парагоди. Гега, гега, ертитут. Сунда мехмач. Ертитут мадровет да ра мовид. Эмсахуреба сигуас. Полмо я сакуреба кидев сквас, потом что, а если ты пасить член аргунда, тармандовачи ром квавдес. Ту эмсакуреби, ну эмсакуреби ерс, да ерис, масуда даудут кури, да масуда нивкать батмана чему. А если ты там гасаки дед хрен, а если ты позиция за хат. Роша кивасара, роша. Ари, и турва, чем там шехода, тависи язык, потом чем царгуду, да, масса не шехода. Да, биварак, и дрес, и пикетеры вас укатили, и гушин, и сахарицы, и пикетеры вас укатили, и машины, и мазрицы, а мы укатили сахарицы, могут так и дать. Садит, да, главное, где же в Турмаграм, ахва, дрес, умовит, черт. Так мало хани гарит вам, а ты да мере мизезеби, там он ахай мисава, ар не верит. Губам вундеби, что насилие мовелодит, масан шахира, ар хирда, масан шахир из халки смтери, ар из картулери смтери, ихо ар из тейк не мудаб. Да амисана синдисит из сакатлоши вера приперчамова. Твитон дагвибара, чен аргит ховия, твитон дагвибара. Из арико кацион кацион шехлодрис гирси. Да, арги е дали. Апит ноли, апит ноли, апит ноли, картвел ер, картвел халц, ицоде, а ицоде. Апит арцо позиция за арцо позициас, картвел ерс, каэтвала апит ноли. Чен мовели так, халхи. Армовадген, только утхэти, эрис халхи моведет, эрис халхи моведет. Миди их сейчас, и матом.
Я был уверен, что этого не произойдет. Я знал свой народ, и уверен, что я был много говорят, что в Мингрев за конкурс. Но 10, пусть даже 20 тысяч поддерживают его. Но там за 1 000 000 мингревского народа. Большинство жителей выступают за единство. И так далее. Вот. А потом написано, что на эти документы, которые подтверждают, что выборы президента были проводы. Видели вода из? Она не роут храмит, не в Чензе. Царти аппарат ее. Амбису, да, это как Ганди у нее кидано. Лучше шаварно дизахан, тем не таки пигет перебаси. გეგმა ამოვწუდეთ გეგმა 100% რაც დაახსახეთ მე მინდა უთხრა სალვადორ ლამარას ელუკიძის დიდი მადლობა იმისთვის რაც მან გასია ის შრომა ის ჯაფა რომ აი ეს ყველაფერი რაც დავაკეთებ ყველაფერი გაკეთებულიყო ისე როგორც სატირიყო ქართული ერისათვის დიდი მადლობა სალვადორ ლამარა აი ასე ხალხად მომისათვის ხარდაჭერისათვის ნეტაი ბევრი გაზარდა შენისანები დედამა საქართველოს ყოვის გამოიმართოს თუ ასეთი ხალები გაიზრდებინა თუ ისეთი ვაშკეცები რომლებიც აქ ჩვენ გვახდნენ აი ამ ჯგუფი დაკომპლექტ და ძალიან კარგი ჯგუფი დაკომპლექტ ძალიან კარგი ხალხი ყველას დიდი მადლობა დამთავრდეთ ჩვენი ვიზიტი მოსკოვში მივდივართ უკვე სოხუმში გახარებულები ვერთა გაახაროს ქართველი ერი ჩვენი პრეზიდენტი იყო არის და იქნება ყოველთვის ჩვენი ხელმძღვანელი წინამძღვარი. სული და გული თქვენთანა ვარ. შევი მოსკოვში, იმიტომ რომ ეს უნდა საქართველოს და იცოდეთ, ჩვენ გავიმარჯოთ. ჩვენ მაინც ვარ გამარჯვებული უკვე და უფრო მეტი გავიმარჯოთ. ყველა გლოსავს, ღმერთი ჩვენთან არის. Пару слов для наших. Пару слов. Справедливые люди России, поддерживаем вашу справедливую борьбу за свободу, за справедливость Грузии. Мы уверены, что эти черные силы, которые сейчас рвутся к власти, будут раздавлены. И победит в Грузии справедливость, победит народ, победит свобода. Просьба к вам, берегите своего президента, Хамсахурдия. Мы его тоже все очень любим. Мы знаем, что это прекрасный сын русского, грузинского народа. Что такой писатель, как Хамсахурдия, у него не может сын быть плохим. Берегите его.
поддерживайте друг друга, помогайте друг другу. Грузия должна победить. Мы верим, что Грузия победит. В Грузии победит свобода, победит справедливость, и вы будете опять свободной, сильной, богатой, счастливой страной. Привет всей Грузии и держитесь ради Бога. Держитесь, поддерживайте президента, поддерживайте друг друга. Самое главное, друзья, сделаем все, чтобы победа была за грузинским народом. Спасибо. 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 Из дакуцмацебул საქართველოს იქნება რომელიც იყო ადრე თუ გავახსენებათ დასულ საუკუნეებში. ამიტომ ჩემი თქონა იქნება ყველას გავიგოთ სიმართლე, მივაწოდოთ პრესი თქვენ მათი საშუალებები გაქვთ საქართველოში. რომ ყველა ოჯახი და ყველა თითოეული ქართველი დაბრუნდეს. ქართველი კი არა, ვინც არის საქართველოში ცხოვრობს, ეს რუსია, სომეხია, თუ აზერბაიჯანელია, თუ ვინც არ უნდა იყოს, ყველას ყველა მოსული არის, ყველა ცხოვრობს იმისათვის საქართველოში, რომ ზმურად ვიყვეთ. Арасовес алкопила картели ерс винме гаягдо საქართველოს ტერიტორიიდან პირიქით 95 ნაციის ადამიანი არცად არ არის დედამიწის ზურგზე იმიტომ რომ ეს ის დამოკიდებელია რუსოს საქართველოს არის ერთ-ერთი ყოფის და მეგობრობის ქვეყანა გამომართლებულად გულდადები საქართველოზე საქართველოს თავისუფლებაზე რომერტი ჩვენთანა ზიადი საქართველო ცინარიგებში დღეს ამ გამხეთქვეთ ასეთი სული პოზიციის გამო რომელიც დაიკავა ოპოზიცია ვარ ყველაზე უკა ამიტომ ეს არის დიდი ბოროტება რაც ჩაიდა და სულ მალე გამოჩნდება რომ ქართველი ხალხი ყველას გაიგებს თუ ვინ არის მართალი და ვინ არის ტყვანი ალბათ თქვენიც ქართველო ხალხო არ მოგატყუოთ რეაქციონერმა და ერთმა მუჭამ საქმოსმა ხალხმა რომლებიც საბჭოთა ჯარებიდან ყიდულობენ იარაღს და ამარაგებენ ჩვენს აგრეთ წოდებულ გენერლებს, ქართველ გენერლებს ახლა. ეს ვაჭრებს ჩვენი დელეგაციის ძალიან ძიმე, მაგრამ ძალიან შინაარსია საქმიანობას. ჩვენ აქედან გამარჯვებული მივდივართ, ნაცხენი ვართ ერთი საქმით, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ შევარდნაძეები მიდიან მოდიან და მიდიან ხალხი რჩება, ერი რჩება, მისი წმინდა ნაწილი, სპეტაკი ნაწილი რჩება და გამარჯვება ჩვენ აუცილებლად გვექნება. მადლობა. მადლობა. კარგია ძალიან კარგი. დიდი. ჩვენმა ეკონომიკურმა ბლოკადამ თავისი შედეგი გამოიღო. არც ერთი რეისი არ მეფრენავს არც თბილისის, არც ქუთაისის მიმართულებით. ხოლო ჩვენ კი დღეს გავფრინდებით სოხუმში სპეციალური რეისით, რომელთაც აკრეთვე აკეთ მოუფრენდით. თუ გიუნდა უჩისტებს ნორმალური ცხოვრება, მათ უნდა გადადგომა გადადგნენ და ეკონომიური შესაძლებლობა დააბრუნონ. თავდება ჩვენი ვიზიტი მოსკოვში. მოვდივართ ვარფრა აეროპორტში. ხალხი რა თქმა უნდა არ გძლობს დაღლებას თავისი მეგობრის გულით, გულით. გულს იმხნევებს. იმოდევნოთ რომ საქართველოში ასევე ხიარულა და ასევე Shall we? 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 Shall we
Магра, если ты еще марки были хавить, а мы пойдем. Закатывал с полотенцем кутридан, а я из него сбил, а раз дай захар, выглядит видимший. Ром Даглас от Злобенда, а я порч, не уходил из этого хала, а мы зини нет. Есть еще марки были, а мы это сим падрыгом, сим хорошавли. Кау марджус нас. А вы из чего гару хали? Марта, выглядит видимший, а мы там были на задевис. Ганхор Селева, Московщин, Скотовского активиста, Викеревич Чесахтева. Чем Викерева гаукетет? Русетис телевизиас, Тетр Сахс, Шерабинадис Сахс, Шепхтит, Чуэн Сармагинувас, Московщин, Петри Чайдес, Михаил Зюнетан, Паси Шендитва, Эс акция, Гада Ирхус Хорисхо телестудиям, Гада редакция. Телестудиевма, Кесейнма, შემდეგ ვესტმა, ნოვოსტმა, სინინმა, ბიბისმა, რედაქცია პოისკმა, სადურჟესტო, საინფორმაციო პროგრამამ, რეიტერმა, დიდი ბრიტანეთის ტელევიზიამ, შეხვედრა ჰქონდა აგრეთვე რასისკაია გაზეთას კორესპონდენტთან მიხეილ გუსევთან. შეხვედრა ჰქონდა დეპუტატთან მედვედევთან. მის შემდეგ გახარებული წამოვედით მოსკოვში, ნიკოლას აეროვაგზალისაკენ. გადა გადმოქმედი ყავით სოფოში. მაგრამ ჩვენი სიხარული ნაადრევი გამოდგა, რადგან თურმე წინ ვიცდი და ძალიან დიდი დახკოლებები და წინამ ვიბოდები. პორჩი გამათენით ისახავნ. მეორე დილით ჩამოქმედნენ, ისე მეორე დილით კი საღამოს ხა საათი ჩამოქმედნენ თვითმავით, ეკიპაჟები საუბრებიეს ხელმძღვანელობით. ჩვენ გავიხარდა, რადგან ჩვენ გადმოქრება მოსკოვიდან გვიწევდა იმავე თვითნავით, რომელ თვითნავითაც ჩვენი საამაყო პრეზიდენტი იქნა ჩამოყვანილი ერევნიდან, იმავე ეკიპაჟი წევრების შემადგენლობით. მაგრამ ახაც ნაადრევი გამოდა ჩვენი სიხარული, რადგან საუბრებია ხელში მოქცა რადიოგრამა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ახალი მთავრობა წერდა განსაკუთრებული გამკარგულების გარეშე, რომელსაც მოქმედი ყავით არსა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჩვენ უნდა ჩაქრებული ყავით თბილისში და ჩვენი თვითონ უნდა ჩაგებარებინა ახალი მთავრობისათვის, ჩვენი ეკიპაჟიც მათთვის უნდა ჩაგებარებინა, ის დაპატიმრებული ყოფოდა და ჩვენ რაბედი გვეწეოდა, კაცმა აღწოდა. მიუხედავად ამისა, ჩვენმა ხელმძღვანელმა ზაურ კვარაცხელიამ ერთად ჯგუფი წაგვიყვანა თვის უფოსთან და წარუდგინა მას ჩვენი ბილეთები, სია და უთხრა: ჩვენი თვითმავი დგას, ა ჩვენი ბილეთები, ა ჩვენი სია და გავგვამგზავრეთ სოფლშიო. მან გითხრა: ხვალ დილის 9 საათამდე თქვენი გავგზავნება არ იქნება. 9 საათზე კი გადამგზავრეთ არა სოფლში, არამედ დილში, რადგან სპეციალური განკარგულება გვაქვს. თქვენ ჩაბზანდებით, ჩაფინდებით დილში, თქვენი თვითნავით და თქვენი ეკიპაჟით. ჩვენ ეს ხობიცებით რა იყო, ეს რა მოელოდა ჩვენს ეკიპაჟს, ჩვენ თვითონავს ხელში ჩაიგებდნენ ტრები, ჩვენს ეკიპაჟს დააპატიმრებდნენ და როგორც ვთქვი, ჩვენ შესახებ კიდევ, გამოგზავრების შესახებ კიდევ გაურკვეველი იქნებოდა. ჩვენ შეიძლება არ ვიყვანეთ პატიმრები. გადავწყვიტეთ თელმა ჯგუფმა, რადაც არ უნდა დაგრძელმოდა, სასწრაფოდ უნდა დაგვეკაებინა ჩვენი თვითნა. საურბებია წინ წავიზღვა და აჩვენა საში კარისკაცებს, ომონებს, რომლებიც დგანა იქ და მიმართმა მას გაუღეს კანკინი. ჩვენი სწრაფად რა შეიძლებოდა ძალიან ოპერატიულად გამოვარდით აეროვაგზალიდან და ზოგმა ესე იგი და ერთი ის კარიტან მდგარი ომონი წააქცია, ზოგმა დააკავა ისინი, დაიჭირა მათი ის ხელკეტები, დაიჭირა ზოგიერთმა ბორიან ადარეიამ კლავ დაიჭირა ერთი და დააკავა. ამასობაში ჩვენ გავარდით სწრაფად აეროვაგზალიდან და თავგანწირულა დავიწყეთ სირბილი იმ თვითონ არის, სადაც
როგორც და ჩვენი თითქმის არ დაღებული. როგორც დაგიბარა საუბრია. ედრო სამწიფილებას თითქმის სხვა თითქმისაგან არიღეთ გეზი, მაგრამ მერე ბოლოს როგორც იქნა მეvalueOf ჩვენი თითქმის ედროს ბიჭებმა პარს მოკიდეს ხელი, მაგრამ ისო ბორიანა დარაიამ კიდეს მოკიდა ხელი, პრაგლებიან ძნევად შეგვეთნა ძალიან ძნელი იყო მისი მიდგმა. კიდეს მოკიდა ხელი და კიდეთი ჩვენ აბუყვანეს ჩვენმა ბიჭებმა. მაგრამ სწრაფად, ისე სწრაფად კიდესა და თვითონავის კავშირის იყო კიდე დიდი მანძილი დარჩენილი, მაგრამ დიდი წვალებით აგვატრიებდნენ ხოლმე ჩვენ ქალებს და როგორც კი შევიდოდით იმაში თვითონავში, დავიცემოდით ხოლმე ისე როგორც წყვილან ამოყვანილი თევზი ფარხალებს უწყლობის გამო, აი ესე ჩვენ უხაიობის გამო გამბუდულნი ფარხალებით აი თვითონავის იატაკზე. რომ ამიგით კოცნა დაუწყეთ ეს ნავს უკეთ ჩვენ გვეგონა ჩვენი თავი საქართველოში. წამში მთელი 55 კაცი შემადგენლობით მთელი ჯგუფი უკვე ვიყავით თვითონში. მაგრამ არც დაუყოვნებიათ, ისე მოგვაყენეს გაზით, მომწამლავი გაზით, სახანძრო მანქანა და გვერდი დაგვიყვანეს თვითონის გიანტი. უცბა ავტომატიანმა ომნებმა გარშემოიხვნენ ჩვენს თვითონს. და ზემოთ ამოვიდნენ ნუკოვას აეროვაგზის მილიციის უფროსი და მისი თანაშემწეები ამოვიდნენ და მილიციის უფროსმა გვითხრა, ვიბრძანა უფრო სწორედ, რომ გაძლევთ 15 წუთს, რადგან თქვენ უკანონოდ დაიკავეთ თვითმფრინავი, ჩახვალთ ძირს და გაანთავისუფლეთ თვითმფრინავი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადავალთ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე. ჩვენ ვყავთ სპეციალისტები, რომლებმაც შინებულად იციან ძვლების მტრევა. დაგამტროთ, ხელებს გადაგიგრეხავთ და სათითაოდ ჩამოგყრით თვითმფრინავიდან. ჩვენმა ხელმძღვანელმა საურყარაცხელიამ უთხრა, რაც გინდათ ის გიქენით, ჩვენ თითსაც არ დაგაკარებთ, ხმასაც არ ამოვიღებთ, ვცემეთ, როგორც გინდათ ისე გვაწამეთ, ჩვენ თვითმფრინავიდან არ ჩავალთ, მანამ სანამ ჩვენ თვითმფრინავი არ გაფრინდება თბილისში, არამედ სოხუმში, ჩვენივე პილოტით. ვაცხადეთ შიმშილობას და თითოეულად ჩვენთაგანი აქ მოუკვდებით, ამოუხვაწდებით, არ წავალთ ჩვენი პილოტისა და ჩვენი თვითმფრინავის გარეშე არავითარ შემთხვევაში. მაშინ მან ჩვენ დრო მოგცა. რისი კატეგორიული ვარის გიქფრეს, ესე იგი სოხუმში გამგზავრებაზე კატეგორიული ვარის გიქფრეს ჩვენი ეკიპაჟი. ამ დროს გავიგეთ უკვე, რომ საურბელია, დაუჭერია და თბილისში წავუყვანი. ჯგუფი თავს გასცირავდა, ბევრი ჯგუფი, და საურბელიას გარეშე და ჩვენ თვითმფრინავის გარეშე ჩვენ ადგილიდან არ გამოდიოდით. ამ დროს მოსკოვში ნუკოვა თვითმფრინავიდან აფრინდა მათი თვითმფრინავი, მათი ეკიპაჟი, რომელშიც ჩასხდომა მოახერხა ჩვენი ჯგუფიდან ამერა სალია. და ისინი დაფრინდნენ სტოკჰოლმის აეროპორტში. ამერა სალია, ვიცოდით, ჩვენ რაშვილი იყო, იმედი მოგვეცარით, რომ სტოკჰოლმში გამოფრინდა, ვიცოდით, რომ ის ყველასფერს დააყენებდა, ასეც მოხდა. მან ეროვნული გვარდია და პორტის ხელმძღვანელობა ესე დააყენა. ამ ცნობის შესახებ თუ რა დღეში ვიყავით ჩვენ მოსკოვში, როგორ მისხედით დამატიმრებული თვითმფრინავში და ესენი აქ, ესენი ისინი მოსკოველი ეკიპაჟები და მოსკოვის თვითმფრინავი აქ დააპატიმრეს. ჩვენივე ეკიპაჟით, ჩვენივე თვითმფრინავით სოხუმში გამოგზავრეს. მაგრამ ისინი უკანეგურულაზე რომ იდგნენ, ეს თქვენთვის ცნობილია უკვე, მაგრამ როდესაც დაიგეს, რომ სოხუმში დააპატიმრებული იქნა მათი ეკიპაჟი და მათი თვითმფრინავი, უკვე ტონი შეიცვალეს და გითხრეს: თქვენი თვითმფრინავით მიბრძანით, ჩვენი ეკიპაჟით გადაფრით სოხუმში. მაგრამ ჩვენ ისევ კიდევ არ ვხარით უკვე ჩვენ ეწინააღმდეგებით, არა თქვენი ეკიპაჟი, არამედ ჩვენი ეკიპაჟი, ჩვენი მამულიშვილის საურბელიას ხელმძღვანელობის წავალ ჩვენ სოხუმში ჩავასხო. მაგრამ საურბელია იქ ვერ ჩამოფრინდა, ჩვენ სამაგიეროდ გავიგეთ, რომ საურბელია განთავისუფლებული იყო თბილისიდან, ჩამოსული იყო სოხუმში და სოხუმიდან გვირეკავდნენ.
რომ საურბელია ჩვენთან არის და დათანხმდით გამოგანაზეო. მაგრამ მანასანამ საურბელია არ დაგველაპარაკა და ჩვენ არ დამწუნდით იმაში მთელი ჯგუფის შემადგენლობა, რომ ნაღდა საურბელია იყო სოხუმში და არა თბილისში, ის იყო თავისუფალი, მაშინ, მხოლოდ აღმოდით მაშინ დავთანხმდით, გადმოქმედით იყავით სოხუმისაკენ. ჩამოქმედით ჩვენი ეკიპაჟები სოხუმიდან და ჩვენ დაგმოქმედით, მანამდე კი ესე იგი თამას ჩოპლიანს უთხრეს მოსკოვის აეროპორტის ხელმძღვანელობამ ჩვენ თვითონავით გაეთბო, მან თვითონავით გაათბო, გამწვარეთ მაშინ იყავით ჩვენ, ჩამოქმედით ჩვენი ეკიპაჟის წევრები და ჩვენ ძალიან დაგვახარეს, იმათმა გადმოგვაფრინეს სოხუმში. სოხუმში აქ დახვდა ჩვენი დალოცვილი საამაყო მამულიშვილი საურბელია და საკმაო რაოდენობით ხალხი. ახლა მინდა ჯგუფის სახით მადლობა მოახსენო იმ ქართველებს, რომლებმაც აქტიურ დახმარება გაგიწიეს მოსკოვში წასვლისა დღეებში. ესენი გახლავთ: გოჩა ბახია, ამირან სალია, გულუშის რაიონის ჰელსინგის კავშირის თავმჯდომარე ვახტანგ კეკელია, ჰელსინგის კავშირის წევრი საურ ფარცვანია, როდიონ შენგელია, მარია მამფორია, ვაგერ გოგუა, თბილისელი ამარა ენოქიძე, ვაჟა ჩაჩიბალია, თენგიზ ბერულავა, ემზა სალია, რენო თოდუა, ამირან უცია, ბაგრი გოგია, დელა კვარაცხელია და სხვები. მინდა აგრეთვე ჯგუფის სახით მადლობა გადავხადო იმ ქართველებს, რომლებიც ჩვენ ხანის 4 საათზე მოგვაკითხეს თვითმფრინავში. თქვენ მოგეხსენებათ, რამდენმა ძნელია ჯერ ერთი და უბილეთო გახვიდე აეროვაგზალიდან თვითმფრინავისკენ და მითუმეტეს დაპატიმრებულ თვითმფრინავს მიაკითხო. ეს გახლავთ ძალიან დიდი, რა ქვია, ძალიან დიდი გასაჭირია. მიუხედავად ამისა, ჩვენთან მოვიდნენ ქართველები, რომლებიც მოსკოვში ცხოვრობენ და სხვადასხვა ოჯახში, ქართველების ოჯახში შემოვიდნენ, საჭმელიც კი შემოგვიტანეს თვითმფრინავში და გვაიმედებიან, ნუ გეშინიათ, ჩვენთან ავართ, ნუ დაგონდებით, იმეთ ნუ დაკარგავთ და ძალიან აღულებული იყვნენ. აგრეთვე მინდა მადლობა გადაუხადო იმაში, რა ქვია, სოხუმი მოსკოვის აეროპორტის, ლუგავას აეროპორტის რადიოკვანძის უფროს კარლ ფულიეს, რომელიც ხშირად ამოდიოდა თვითმფრინავში და გვაწვდიდა ჩვენ ამბებს, თუ რა ხდებოდა საქართველოში, რა მიმდინარეობდა, რა ამბა მიმდინარეობდა საქართველოში. ერთ-ერთ ამოწმის დროს მან ჩვენ გითხრა, გვამცნო, რომ ფოთი არ არის აღებული, ეს არის სრული ინფორმაციაო, ვისი გულისთვის მას ჩვენ უმღერებთ პატრიოტული სიმღერა „შავლიკო“. ფალცხრემლიანი იდგა და გვისმენდა ის ჩვენ ნამდვილი ქართველი. ამის შემდეგ მინდა მადლობა გადაუხადო მოსკოვში ცხოვრებ ქართველებს, რომლებიც ჩვენს ხარში იდგნენ, ჩვენ თავს